Астрологический прогноз на 21 мая 2019 года. Это вторник. Действуют рекомендации 18-х лунных суток. Луна находится в знаке Стрелец. День хорош для физической работы, благоприятна сельскохозяйственная деятельность. Удачными будут радикальные медицинские процедуры. Рекомендуется по пустякам не выяснять отношения. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для отдыха и любви. Возможно, удача у родственников и покупки в дом. Хорошо принимать гостей и участвовать в развлекательных мероприятиях. Хорошо проводить время с детьми. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День принесет хорошие новости и встречи. Благоприятно проводить хозяйственные работы. Вечер будет удачным для отдыха и любви. Принимайте поступающие предложения. Знаки воздуха, близнецы, весы, водолей. День благоприятен для встреч, поездок и покупок. Хорошо работать с документами и участвовать в переговорах. Вечер хорош для отдыха и для домашних дел. Знаки воды, рак, скорпион, рыбы. День благоприятен для решения финансовых и материальных вопросов. Хорошо проводить косметические и медицинские мероприятия. Важные покупки лучше всего сделать после 18 часов вечера. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.